Добрый день, друзья! Вновь я вас приветствую на канале «Взгляд с небес». Я Белов Лев, и я продолжаю цикл программ о древнерусской церкви. Мне хотелось бы действительно поднять ряд вопросов, которые сегодня почему-то остаются в тени, но, на мой взгляд, являются очень важными и существенными в жизни современной церкви. Даже несознательно для многих они оказывают большое влияние на современную церковь. Церковь, мы знаем, это общество, община, это люди. И сегодня мы уже имеем 2000-летнюю историю жизни церкви на земле. Понятно, что в течение 2000 лет церковь менялась, преобразовывалась, приобретала какие-то традиции, навыки, менялась в соответствии с обстоятельствами земной жизни, под влиянием гонений, наоборот, во время расцвета, когда церковь было дозволено очень многое, даже в светском обществе. И это все, конечно, оказывало влияние на церковь. Церковь приобретала новые формы. Мы это можем наблюдать даже в архитектуре. Мы видим, как менялась архитектура церковных зданий. И знаем, что первые христиане встречались в катакомбах. Они не имели возможности воздвигать большие здания. Потом мы видим, как церковные здания менялись в зависимости от того, какой была церковь, в зависимости от того, на какие акценты, скажем, делались богослужения, делалось. Мы видим, как здания церковные менялись, традиция менялась в церкви. Но мы с вами в прошлых программах определились, что мы с вами будем говорить о восточной церкви, о восточной традиции, в которой мы с вами и живем. Я думаю, многие слушатели понимают, что мы с вами пришли не на пустое место. До нас было засеяно, Слово Божье распространено. Оно имело разные схожесть, скажем, да, в истории. Но в любом случае церковь формировалась, жила, традиция церкви формировалась. Хорошо это или плохо, это уже второй вопрос. Сегодня просто я хочу вспоминать некоторые исторические факты, которые, мне кажется, необходимо проговаривать для того, чтобы понимать, в чем же мы сегодня живем, что мы сегодня имеем. А так как я считаю, что церковь, она живая, сегодня жизнь общества очень сильно меняется, то, конечно, нам нужно с вами переосмысливать те формы христианского бытия, формы церковной жизни. И, конечно, это невозможно сделать, если мы не проанализируем, не поговорим о нашем с вами прошлом. Мы уже говорили о гонениях на христиан, мы говорили о расколе церкви. В прошлых программах я говорил о посте, в котором сейчас пребывает церковь, да, традициях поста. Но я думаю, невозможно говорить об жизни и формировании церкви без тех участников церковной жизни, которые наложили большой отпечаток на ту культуру, на те традиции, которые мы сегодня с вами имеем. В прошлых программах я говорил, что после раскола церкви, конечно, это трагедия, огромная трагедия, которая произошла, разделив церковь на восточную и западную. Институт церкви развивался, скажем, его богословская мысль развивалась, конечно, на востоке и западе совершенно по-разному. Западная богословская мысль преимущественно развивалась в семинариях, потом она приобрела академичность и очень часто была такая достаточно ученая, да. Восточная же церковь, к сожалению, на мой взгляд, развивалась в монастырях. И, конечно, это не могло не отложить отпечаток на богословие, на мысль богословскую всей Восточной Церкви. В прошлый раз мы уже говорили о расколе, который произошел уже внутри старообрядцев Русской Православной Церкви, когда из-за разницы взглядов
в отношении таинства брака единая, казалось бы, и на тот момент церковная жизнь, кстати, к сожалению, претерпела тоже раскол. Я имею в виду о старобрядцах, беспоповцев, которые не могли определиться, как же жить, если нет священника, брак действителен, брак недействителен. Мы уже разбирали, поэтому если вам этот момент интересен, пожалуйста, посмотрите программы прошлое, где мы больше уделяли внимание именно старообрядцам, течениям внутри старообрядцев и тех формах христианской жизни, которые сформировались у старообрядцев, живущих на территории современной России и ее округе. Но я хочу продолжить цикл программ Древней Русской Церкви. К сожалению, многие сегодня не знают в достаточной мере историю нашей Восточной Церкви. Поэтому мы сегодня будем говорить о житии святых. Да, вы не ослышались. Я действительно хочу поднять в нескольких ближайших программах вопросы русских святых. Тех людей, которые оказали огромнейшее влияние на русскую, или, скажем правильно, восточную церковь. К сожалению, сегодня мы часто говорим о русской церкви, да, очень часто вкладываем такой национальный характер в церковь, что, на мой взгляд, не совсем корректно, потому что в русской церкви, конечно, представлены очень много разных, различных национальностей. Поэтому все-таки будет, наверное, правильно говорить «восточная церковь», потому что она будет как бы более охватывать не только московский патриархат, да, или те течения, которые вышли из него, но и больше территорию охватывать людей, которые живут под влиянием восточной традиции, восточной культуры. Она разнообразная, очень много, но традиционно мы все-таки разделяем западную и восточную, и будем говорить сегодня о восточной. Говоря о русских святых, конечно, тут возникает очень много проблем. Это и достаточно большой разрыв исторический, а все-таки в восточной церкви порядка, ну, я отталкиваюсь от раскола 11 века, поэтому в восточной традиции будем говорить, что более 1000 лет, момента крещения Руси, киевского периода Руси. То есть нам понятно, что за 1000 лет вообще мышление людей менялось, образ бытия людей менялся, и сама церковь менялась, формы христианства менялись. Не радикально, конечно, но какие-то традиции приходили в церковную жизнь, какие-то отмирали под влиянием, опять-таки, обстоятельств, политики, формы даже государственного устроя. Конечно, церковь преобразовывалась и менялась. И я думаю, что сегодня, когда жизнь наша во многом ушла в города, нам действительно тоже нужно переосмысливать те формы христианской жизни, христианского богослужения, которые сопровождают всех нас. И мне думается, что когда церковь ушла в города, исторически церковь была в большей степени сельской, приходской. Сегодня мы во многом живем в городах, когда уже приходов в том понимании, как это было, исторически уже не существует. Сегодня мы имеем право выбирать уже того священника, вот того пастора, куда нам более комфортно приходить, чьи проповеди нам лучше ложатся на уши, да, лучше приходят. И в большей степени, конечно, мы сегодня выбираем те храмы, те церкви, те приходы, те богослужения, которые нам более понятны и действительно во многом отражают именно наше бытие и наше восприятие церкви. Поэтому сегодня, когда мы будем говорить о русских святых, конечно, мы должны сказать, что есть проблема. Проблема в том, что долгое время жития не были, скажем, историческими.
они в большей степени отражали религиозную жизнь, они в большей степени удовлетворяли потребности религиозного общества и очень часто не то чтобы были искажены, но подпадали под влияние традиций, которые существовали до Российской Церкви, до Восточной Церкви. Например, если вы будете читать многие жития древних русских святых, то вы увидите, что они как часто как бы похожи друг на друга или в большей степени даже в какой-то степени, скажем, не то, что в большей степени, в какой-то степени копируют жития древних святых, отцов церкви. Может быть, здесь сделана попытка показать параллель русских святых. Может быть, здесь сделана попытка показать единство церкви, что в наши дни, ну, я имею в виду, в дни 11-го, там, 15-го века, что в жития русских святых отражаются те же самые дары, чудеса, которые были и в жизни отцов церкви. Может быть, это, конечно, имеет место. Но с позиции исследования сегодняшнего дня, конечно, это несколько степеней не в полной мере отражает жизнь святых и их поступки. Конечно, это очень осложняет. Следующий момент. Я уже сказал, что, к сожалению, академическая мысль в христианстве восточном, она появляется в большей степени только во второй половине 19 века. Конечно, здесь оказывает влияние и наша школа, российская школа. Это возникновение институтов, это возникновение уже семинарий, которые распространяются по Руси. И, конечно, в них формируется, конечно, уже наш академический такой уклад мышления исследователей. Конечно, это тоже накладывает некоторый отпечаток ущербности или скудости. Но мы будем отталкиваться от того, что есть, к сожалению. Что есть, то есть. Но в любом случае, именно этот небольшой, небогатый материал, он и накладывает отпечаток на жизнь современной церкви, которая окружает нас. Когда мы будем говорить о русских святых, конечно, должны сразу определиться, что русские святые, которых канонизирует церковь, это не обязательно святые, которые будут прославлены на небе. Да, сегодня церковь канонизирует для земной церкви. Конечно, мы искренне верим, что люди, которых церковь определяет святыми или такими людьми, которые определяют некоторый вектор или пример оказывают для нас, они будут прославлены и на небесах. Но сегодня мы должны понимать, что акт канонизации – это канонизация земной церковью для земной церкви. Поэтому здесь надо еще и сказать, что запрос, скажем, церкви на канонизацию менялся. Есть период домосковский, период как бы Киевской Руси, Макаревские соборы, это 1547-1549 год. Они, конечно, провели большую работу. Они помогли выявить огромный сон русских святых, собрать воедино. На тот момент русские святые, фактически численность их удваивается во многом. Понятно, что запрос был. Нужно было определять московскую как бы церковь, московский период уже, да, возникает необходимость и национализации русских святых, выделение их, осознание себя в их образах, переосмысливание. Потом мы смотрим, что численность русских святых потихоньку сходит, скажем так, на нет, да, после Петровский период, насколько я знаю, было прославлено менее 10 святых.
И уже в начале 20 века, ну, чуть раньше, 19 века, когда уже появляется академическая мысль, да, уже приходит ученое знание в русскую церковь, переосмысливается значение русских святых. Конечно, вновь проводится большая исследовательская работа, вновь мы видим исследования, собирания сонма русских святых. Мы видим, например, что да, некоторые, кто были забыты, святые, да, в истории мы видим такое, что некоторые святые, ну, например, какой пример привести? Анна Кашинская, да, которая, например, была канонизирована до раскола, в период до раскола, если мне память не изменяет, это где-то 1600, ну, до раскола, это где-то 1644 или 40, до еще до книжной справы она была канонизирована, но буквально 1677 год, из-за того, что из-за двоеперстия она была деканонизирована. Вот. И только при Николае II, уже в начале 20 века, Анна Кашинская вновь была канонизирована как русская святая. То есть вот такие примеры, конечно, есть. Также мы видим, как меняется образ святых, потребности в русских святых. Есть запрос, да, на монашеский образ у русской церкви, когда на первое место выходит сон Киево-Печорских, ну, слово Печорский, да, слово пещера, Киево-Печерский, как бы мы сегодня сказали, русских святых. Потом мы видим, на первое место выходят святые князья, когда, видимо, идет формирование Руси, укрепление, начал государственности Руси, то, конечно, мы видим, как русские святые меняются. Поэтому я думаю, что сегодня это имеет огромное значение, влияние на церковь. Когда мы говорим о канонизации русских святых, то, конечно, мы должны говорить прежде всего о трех основных критериях, по которым определялась канонизация русского святого. Конечно, первое — это житие, само жизнь, подвиг. Но иногда сама жизнь могла рассматриваться как подвиг, особенно если мы говорим о святых 11-12 века, когда святые жили в языческом мире, и сама жизнь по заповеди Христовой, по-христиански, она уже была подвигом. Либо в некоторых случаях это, конечно, подвиг святого, какой-то разовый акт. Но мы видим, что формирование Руси, да, первое время, конечно, сон Киево-Печорских святых оказал большое-большое влияние. Ну, а когда мы рассматриваем уже московский период, например, уже Сергий Радонежский, конечно, им полностью замена идет понятие монастырь, значение монастыря. И если в большей степени киевский период характерен социальной работой монастыря, то уже Сергий Радонежский и его ученики в большей степени мы уже видим пустынное жительство, уход из городов уже в пустыне, уже уход в леса. Конечно, это очень-очень сильно накладывает отпечаток и на саму церковь, на влияние церкви, на значение церкви. Ну и, соответственно, разные святые. Каких же сегодня святых я хотел бы рассмотреть? В следующих встречах более подробно я хотел бы, конечно, говорить прежде всего о Борисе и Глебе. Для меня, который родился в городе Тутаев, а исторически этот город назывался именем двух городов, объединенных вместе, это город Романов и город Бориса Глебск, то, конечно, для меня Борис и Глеб — это имена, которые я очень слышу с детства, они имеют определенное значение. Поэтому, конечно, я хотел бы оттолкнуться от канонизации первых русских святых Бориса и Глеба.
Также мне очень нравится, что эти святые почитаются не только православной церковью, но Борис и Глеб, так же как православная церковь, почитаются и в западной церкви. Пусть они почитаются под именами Романа и Давида, но в любом случае подразумеваются одни и те же люди. Да, к сожалению, почему-то восточная церковь помнит первых русских святых Бориса Глеба с их языческими именами, а западная церковь их почитает уже в крещении с именами Роман и Давид. Но в любом случае это одни и те же люди, и жизнь этих людей мне хотелось бы тоже начать рассматривать, за что они были канонизированы и какой пример для церкви они показывают. Далее, конечно, мы уже говорили, что Киево-Печорские святые оказали огромнейшее влияние на всю восточную традицию, церковную традицию. Конечно, мы говорим прежде всего о Антоне и Феодосии, об этих двух святых, основателях Киево-Печорской лавры. Также я хотел бы упомянуть Авраама Смоленского. Конечно, это тоже образ яркий, скажем, для русской церкви. Стефан, я не знаю, как правильно на самом деле произнести имя, но Стефан Пермский мне очень симпатичен. На самом деле такой миссионер, который принес на Урал христианство и очень такой осуждаемый даже, кстати, в свое время за свои миссионерские подходы, но мне кажется, это очень интересно могло бы быть для всех нас. Ну и вокруг меня, я сам из Ярославской области, вокруг меня, конечно, целый сон святых: Авраам Ростовский, Герасим Вологодский, Антоний Римлянин из Новгорода. Ну, в совокупности его надо рассматривать, конечно, с Варнавом, извините за мои произношения имен. Ну, сегодня мы эти имена редко употребляем, поэтому иногда, конечно, получается, что тяжело произносить. Рядом со мной, конечно, город Переславль и прославленный Никита Столпник. Сергия Радонежского я уже упоминал, конечно, нельзя говорить о церкви без упоминания этого святого, который оказал огромнейшее влияние на церковь, московскую церковь. Даже в том контексте, что 11 известных, вот мы знаем про 11 учеников Сергия Радонежского, которые основали монастыри. Да, такой огромный плод, такое влияние оказал, конечно, Сергий Радонежский на московскую церковь, на восточную церковь, на те территории, на которых мы сегодня с вами живем. Ну и, конечно, такие люди, как Нил Солский или Иосиф Волоцкий, конечно, они заслуживают наших с вами упоминания. Если я не назвал каких-то имен, на самом деле очень большое количество русских святых, место чтимых святых, все прославленных в России святых, и, конечно, очень много, поэтому не стесняйтесь. В комментариях напишите, я думаю, мы будем говорить об этих людях, мы будем упоминать их, мы будем приносить эти имена, я надеюсь, и в евангельскую среду, потому что мы часть большой церкви, мы вместе с вами исповедуем единую церковь, мы вместе исповедуем апостольский символ веры, поэтому для нас, конечно, очень важно говорить и проговаривать, возрождать имена для наших с вами братьев, чтобы мы понимали, почему сегодня церковь такая, которую мы знаем. Ну, я уже говорил, что, конечно, в свете этих людей нужно будет переосмысливать их значение, их влияние на церковь. Возможно, нам нужно поучиться будет чему-то у этих людей. А я уверен, что для евангельского сообщества примеры жизни этих людей могут быть просто ошеломляющими. Для меня, например, был очень-очень такой яркий пример
когда один из упоминаемых мной настоятелей Киева Печорского, когда ему князь зовет его к себе в гости и просит прийти в свой дом, он ему отказывает и говорит: я не приду в твой дом, пока ты не примиришься с братом твоим. Представьте, да, князю отказать, и кто отказывает? Настоятель его монастыря. Конечно, это такой очень интересный пример. Или, например, вы знаете, возможно, что первая церковь, которая была построена в Киеве, называлась Десятинная. Знаете почему? Потому что князь десятую часть своих доходов отдал на эту церковь. Сегодня многие говорят про традицию пожертвований, десятины. Но вот в примере первой церкви, которая проявляется на территории Руси, мы имеем такой интересный пример. Или по субботам, да, по субботам, Киево-Печорский монастырь отдавал десятину от своих доходов, и братья осуждали на своих настоятелей за такую практику, но между тем настоятели это делали. Или когда я уже сегодня упоминал Стефана Пермского, который фактически повторяет подвиг Кирилла и Мефодия, которые дали русским грамоту, он не приносит русскость, да, на Урал, а создает для жителей тех территорий фактически собственную грамоту, переводит на их языки Евангелия и не занимается национализацией, русификацией территории Урала, а помогает местным коренным народам осознать себя и возродить традицию. Мне очень было интересно, когда я читал, как он очень красиво украшал церковь, что в церковь язычники приходили просто посмотреть, насколько она была красива, насколько она была нарядная, знаете, как в некий музей. Что, знаете, очень такой интересный пример для подражания, на мой взгляд. То есть интересный опыт и евангелизации, проповеди среди языческих народов. И мне кажется, это для многих было бы очень интересно и нужно услышать и узнать. Следующее, как я и сказал, встреча. Мы с вами будем говорить о житии русских святых и думать, что действительно из их жизни, возможно, сегодня нам нужно возродить. Предлагайте имена русских святых. Мы обязательно будем говорить, разбирать их жизнь и на их примерах, возможно, учиться. С вами был Белов Лев на канале «Взгляд с небесной». И я жду в комментариях ваши желания услышать имена и русских святых, а также возможно, вопросы по житиям святых, которых я лично сегодня поднял. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будем рады общению и возрождению истории русской церкви.